Всем привет! Сегодня у нас будет интересная распаковка. Вот у меня такая коробка большая. Сейчас покажу, что в ней. Вот. А на само содержимое, ну, будем делать. Это я отдельное видео сниму, потому что тут очень долго все будет. Сейчас все покажу. Не буду бежать через паровоза. Открываем нашу коробку. Такая вот она, красивая. Вот мы что будем делать. Давай открываем. Посмотрим, что в коробке. Набор этот стоит 1000 рублей. Но тут есть все. Все, что вот надо для первого раза попробовать, тут есть все. Показываю. Тут даже смотрите, что есть. Во, такая вот штучка. Термометр. Или он термометр. Есть описание пошагово, что делать. Потом вот такой шоколад. Шоколад здесь бельгийский. Ну, как заявлено. Вот, вот такой вот пакетик. 100 грамм. Потом, это что у нас? Это красный краситель. Потому что мы будем делать шоколадку, у нас будет малина. Красная малина. Будем пробовать. Дальше убираем вот это вот все. Так, это у нас клубника сублимированная кусочками. Смотрите, какая прелесть. Вот. Потом еще белый шоколад у нас, мы его будем окрашивать в красный цвет красителем. И из этого белого шоколада будем делать малину. Вот, потом, ну, это рисовый микс такой вот, воздушные такие они, шарики. Вот. И коробочка для шоколадки. Вот, больше все. Вот все, что есть в коробке. Это вот силиконовые формы, прикольные. Такая вот она. Она получается небольшая будет, шоколадка-то. Хотя если к коробке приложить, в коробку-то она и не влезет. Коробочка маленькая. Коробки, кстати, я приценилась к коробкам. Коробки 5 штучек стоят 200 рублей. Они не такие уж и дешевые, вот эти вот коробушки. Краситель. Но я буду все делать строго по инструкции. Я уже почитала на это, на все отзывы там, что народ пишет. Все вкусно, красиво получается. Сейчас вот эту малинку откроем. Посмотрим. Ой, пахнет прям реально малиной. Такая вот она. Вкусно? Ну, такая... хрустящая, вкусненько очень, сублимированная. Вот. И что у нас еще? Вот этот вот термометр. Он, видите, даже в коробочке. Открываю. Сейчас покажу. Так, ну-ка, включится. Включается. Но это уже мы с вами попробуем, когда сейчас будем делать шоколадку. Это я уже отдельное видео сниму, потому что там долго, вот, пока все застынет, пока туда-сюда. В общем, все покажу, все расскажу. Сейчас буду делать, сниму просто отдельное видео. Всем пока. Если какие вопросы, пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем привет еще раз. В общем, начинаем готовить нашу шоколадку. Первое, что мы делаем, значит, возьмем 70 грамм белого шоколада, растопим его в микроволновке или на водяной бане. 15 секунд топим. Далее достаем, перемешиваем, отправляем в микроволновку еще на 15 секунд. Достаем, перемешиваем, повторяем шаги до полного растворения шоколада. Вот, будем пробовать. Так, моя лопатка. Вот, 70 грамм мы сейчас отсвесим с вами.
меня такие вот весы маленькие. Я в обзоре их показывала. Вот. Буду включать, выключать туда-сюда. Потом соберу одно видео, потому что, ну, как бы, если снимать все целиком, это очень долго будет. Так, белый шоколад. Здесь 100 грамм у нас. Сейчас. Открываем. Куда еще потом половинку шоколада, я даже и не знаю, куда оставшиеся будем. Тут пакетик уже по 100 грамм, и поэтому... Так, взвесим миску. 68 грамм она. Пахнет офигенно белый шоколад такой. Вот. Так, вот столько вот осталось. 70 грамм. Сейчас будем топить в микроволновке. Сейчас как растоплю, уже тогда покажу, скажу чего да как. Растопила я шоколад, в общем. Вот. Уже добавила краситель, чайную ложку. Лопатка неудобная, надо лопатку поменьше. Очень неудобная. Вот. Так что сейчас будем дальше делать. Сейчас почитаю, что. Ты перемешайте. После снова измерить температуру. Она должна быть теперь... В общем, когда я подогрела весь шоколад, должна была быть температура 45. Я его остудила до 45. Но что хочу сказать, микроволновка у меня, тут написано 15 секунд, у меня получилось, я целых 40 его растапливала, у меня не растапливался вообще. Вот, дальше. Дальше добавить оставшийся белый шоколад в емкость, перемешать до растворения шоколада. Температура массы должна... опуститься до 30. Мне кажется, она уже у меня тут не кипяток. Добавляем. Я вообще бы стала бы еще топить, потому что они, видите, они вообще не вон, они не растворяются. В общем, вот я в плитку залила все. Вот. Оно сейчас у меня должно постоять. Тем временем мы будем, чтобы пузырей не было, постучать надо. По бокам всю плитку постучать. Вот, чтобы они вот, они прям вот лопаются. Их видно, когда стучишь, они прям сверху, которые они лопаются хорошо. Теперь с черным шоколадом. С молочным, вернее, проделаем все то же самое. 70 грамм мы сначала топим, потом добавляем 30 еще и тоже топим, в общем. Вот. И потом все это остужаем до 30-32 градусов. И, ну, это опять же все по инструкции делаю. И заливаем в плитку. Потом она немножко стоит, украшаем и дальше все взвешивать будем. Я, правда, не поняла, вот для чего вот это вот одно топить другое, если потом, в принципе, ты все это перемешиваешь. Я имею в виду, почему именно 70-30, вот такие вот пропорции. Не знаю, в общем, пошла топить. В общем, молочный у меня топился тоже долго. Такая вот у него консистенция, он мне больше нравится, чем белый. Ну, я вообще молочный шоколад люблю. Вот, стоял он у меня тоже не по 15 минут, получается... Два раза по 20 секунд. И температуру. Сейчас посмотрим, что тут, какая температура тут. 37. А нам надо 39-41. А чтобы разливать, сейчас она должна остыть до 30 у нас. В общем, я пока помешаю, чтобы она более однородной стала. И буду заливать, потом буду украшать. Все покажу.
Вот она у меня такая шоколадка. Что-то у меня шоколада много получилось. Не вмещается. Сверху украсила рисовой вот этой вот штучкой. Вот такой вот. И малинкой сублимированной. В общем, сейчас она постоит у меня 30-60 минут здесь. Потом я его еще отстучу. Все делаю по инструкции. Вот, отстучу и потом уже до полного застывания поставлю в холодильник. Конечный результат, конечно же, вам покажу. Вот она, наша шоколадка. В холодильнике она застывала у меня 3,5 часа. Пришлось немножко края, правда, обрезать. То, что вышло за края, молочный шоколад. Вот такая вот красотуля получилась с малинкой и с воздушным рисом. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!